Каждый день в 9 утра Виктор Бурлай со своим четвероногим помощником идут в гараж. Здесь 75-летний житель Усть-Илимска мастерит по собственной задумке грузовой снегоход. Все сделано из подручного материала. Молдинг, детали детской коляски, фонарь, рули клаксон, элементы мотоцикла «Иш». По словам Виктора Даниловича, самая большая гордость – не клаксоны, не фонарь, а лыжи. Они сделаны из титана. Этот дорогой материал, столь востребованный в космической промышленности, усть-илимец нашел в лесу. По его предположению, это осколки от сгоревшей ступени ракеты. Я говорю, двигатель немножко, это что заводские детали, а тут все остальное, это все самоделка. Все самоделка. Свой снегоход он строит без чертежа. Схему держит в голове. На вопрос, чем ваша модель отличается от заводской, отвечает расширенными лыжами и гусеницами. Таким образом, этот маленький танк сможет пройти по метровому снегу, в то время как для других машин снежная целина станет серьезным препятствием. Ну ладно, техника на грани фантазии. Сибирский кулибин говорит, что трудиться над своим детищем готов круглосуточно. И даже когда пес-малыш приходит проведать своего хозяина, Виктор Данилович гладит его, не выпуская гаечного ключа из рук. Лежать, бандит. Испытание пройдет со дня на день. Но, по словам Виктора Даниловича, на достигнутом он останавливаться не собирается. В следующем году планирует создать еще одну модель – легковой снегоход. Анастасия Зверькова, Константин Синицын. Новости сейчас.